Приветствую вас, друзья, с вами Виталий. И сегодня мы с вами поговорим на тему... А собрали вы конструктор какой-нибудь, нет? Самолетик собрали, нет? Получилось? Расскажите, поделитесь, какой-то конструктор, какую-то мозаику, какие-то пазл там и так далее. Любой конструктор получилось собрать, нет? Интересно. Напишите, это важный вопрос. Сейчас мы о нем поговорим, если, почему не получается у вас собрать конструктор. То есть параллельные два вопроса у нас будут. Первый вопрос популярный в пабликах везде обсуждают, почему в американской среде обитания люди выглядят некрасиво, да, некрасиво как-то, не следят за собой, одевают, как попало, что-то там несуразное и так далее. То есть такая ассоциация, выходишь на улицу и себя показать, других посмотреть неохота. Такая наша культурно-традиционная европейская, азиатская ментальность требует такого соотношения какого-то личностного роста. Как я выгляжу, мой личностный рост, выраженный в моем внешнем образе, да, как я одеваюсь, как я выгляжу, я иду себя показать и соотнести с другими людьми, как они выглядят, посмотреть, показать себя, посмотреть на людей. А в американской ментальности этого нет. Почему этого нет? Такой вопрос люди задают, а почему этого нет? Почему американцы не парятся, не волнуются по этому вопросу? Ответ очень простой. В нашей культуре, в наших традициях, в обществе европейско-азиатско-восточном существует тема, это тема любви к себе и самоуважения. Колоссальная тема. Тема огромная, и которая занимает, что она занимает у нас с вами? Она занимает ресурсы нашего мозга. Тот самый эмоциональный интеллект, о котором так много сейчас говорят, и говорят, что это ваше... Ваш успех вот кроется там, в эмоциональном интеллекте. Если вы будете практиковать там и бла-бла-бла-бла и так далее, различные там тренинги, да, ничего у вас не получится, если у вас вот эта тема не закрыта. Self, love, респект себе, респект, уважение к себе, любовь к себе. Ваш эмоциональный интеллект полностью занят этой темой. Любви к себе, самоуважение к себе. И вот этого темы выйти себя показать, на какой я машине еду, да, как я одет, и какая у меня там сумочка, какая, какой бренд у меня, как я и так далее, в какой шапке я одет или без шапки я одет и так далее. Огромная тема. Никакой эмоциональный интеллект у вас не работает. А в американской ментальности у вас он будет работать, когда вы эту тему уберете. Как ее убрать? Очень сложно, да, скажешь, да. Есть простое решение, но мы о нем будем говорить позже, потому что видеоролики у нас такие коротенькие достаточно. Как американцы решают этот вопрос? На самом деле они же выглядят. Как решают? Очень просто они решают вопрос. Вот так, с помощью зеркала. Утренний ритуал такой есть в американской образе жизни. Утренний ритуал посещения ванной. И в ваннах имеются зеркала. У каждого там индивидуальное зеркало. Индивидуальное зеркало. И над зеркалом такое, заметьте, там освещение такое висит индивидуальное. Такие светильнички такие, очень востребованы они. То есть, как бы, делают, ну, такой актерский акцент, как бы, да. То есть, мы видим такие светильники обычно в комнатах, гримерках, да, где освещение направлено на лицо человека. Это важно. И вот именно при этом ритуале утреннего надо увидеть свое лицо. Важно это. Увидеть свое лицо, и самовосприятие происходит через восприятие своего лица. То есть все, больше ничего не надо. Человек узнал самого себя через зеркало, через отражение и, соответственно, вошел в свое ресурсное состояние, в своего настоящего момента. Все, не надо ему никакой любви к себе, украшать себя, не надо себя самоуважать, говорить, я купил такую-то машину и так далее, бренд какой-то там соотносить с каким-то творчеством, каких-то там культурных, умных, грамотных и так далее, инженеров, механиков и так далее, маркетологов. Не надо выходить в среду какую-то, показывать себя. Понимаете, то есть все, просто ты подошел к зеркалу и посмотрел на себя в зеркало,
вот как актер, понимаете, то есть вот это восприятие актерское в этом, то есть самое восприятие своего лица, и как лицо, и это лицо, через лицо человек входит в ресурсное состояние, состояние самовосприятия. Поэтому у него мозг свободный и независим вот от этих вещей личностного роста, в котором без самолюбви к себе и самоуважения сложно ориентироваться в личностном росте, да? И соответственно, мы можем этот вопрос только так же и на нем акцент поставить, сделать сейчас как бы такое само себе замечание. Я в шапке, нет, ты в шапке не ходи, ты оденься по-другому, ты фуражку одень, чтобы выглядеть как все, чтобы походить на всех там, или как-то. Понимаете, да, о чем идет речь? Сложно вам будет отказаться от любви к себе и от самоуважения к себе. То есть вы находитесь в какой-то локальном сообществе, в котором до сих пор это будет существовать, самоуважение и любовь к себе, и люди будут демонстрировать друг другу вот этот личностный рост, но диссонанс будет у вас, вы будете ощущать диссонанс. То есть вы видите, что как-то не так. В американской среде обитания как-то здесь не так. Как-то по-другому все устроено. И вопрос этот у людей возникает. Почему? Почему? Потому что отсутствует любовь к себе и самоуважение. Внутренние ресурсы эмоционального интеллекта свободны и независимы. Соответственно, что человек получает? Чистую энергию. Чистую энергию для мозга, который может заниматься конструкторским мышлением в настоящий момент. Конструировать пространство и время. В этом пространстве время что-то конструировать. И когда мы с вами говорим, а вы собрали себе этот самолетик? Вы говорите, нет, не могу собрать. Я себя же уважаю, да? Что я тут буду самолетиками заниматься? Или что-то там руками делать, да? Я не могу этого сделать. Что я тут, понимаете, вам буду вязать сидеть крючком и спицами, да? Поэтому, друзья, с вами мы сегодня говорили на тему о самоуважении и о любви к себе, как неком таком препятствие для вашего индивидуального развития в настоящий момент времени, потому что самоуважение и любовь к себе создает такое занятие вашему мозгу. Ресурсы вашего мозга заняты постоянно, эмоциональный интеллект занят. И чтобы из этого состояния оттуда уйти, мы к этому тоже в разговор еще вернемся. С вами был Виталий, спасибо за внимание.